4 человека в Барнауле вновь пострадали в результате аварии. Сегодня утром на пересечении Ленина-Никитина столкнулись 2 автобуса малой вместимости. Помощь людям оказали на месте, госпитализации не потребовалось. Причиной, по предварительным данным, столкновение послужило то, что водитель маршрута номер 6 при повороте на разрешающий сигнал светофора не уступил право движения движущемуся во встречном направлении автобусу другого маршрута. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Напомним, 5 дней назад в Барнауле 26-летняя девушка, водитель 35-го автобусного маршрута, не справилась с управлением. Автобус врезался в столб, пострадали 19 человек. На следующий день на совещании в мэрии было решено усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения пассажиров, перевозящих компании города.